Так, белый провод восстановлен, подключил осциллограф, сейчас все подключено. Первый канал у нас идет управление с пульта управления, второй канал синенький, это уже обратная связь. Включай! Вот, произошло включение, лин пошел, и сразу же пошла обратка в виде 3 вольт на пульт управления, 3,46 даже. Выключай! Ну и, соответственно, сам котел заработал, продувка пошла. Все выключили, у нас опорное напряжение осталось на первом канале, на втором все упало. Все работает.